Приближение холодов не повод отказываться от ставших столь популярными акций по уборке территорий, тем более возле собственного дома. Осенью субботники нужны не меньше, чем весной, а учитывая опавшую листву и пожухлую траву, даже больше. Все вышли, работают, мне еще много не дают, говорят, бабушка, постойте, посидите. И вот так, то, что могу, тоже делаю, взяла грабли. Но вы рветесь в бой. Рвусь. Я вообще активная общественница. С погодой, к сожалению, не повезло. То снег, то дождь пытались отбить у активистов желание убираться. Но никто не разошелся по домам. Более 10 жителей улицы Иванова вышли на субботник. Работают очень активно. Спасибо им за это. Выбирают свои подъезды, мусор возле домов. А где-то неделю назад я попросил руководство Экольянса помочь с уборкой мусора на территориях моего избирательного округа. Дмитрий Константинович Дружинин согласился. Они привезли вчера баки для того, чтобы мы собрали мусор в Сокрединске. Приняли участие в субботнике не только жители дома. Инициативу также поддержали и в городской управляющей компании. Много мусора собрали? В принципе, нет. Но хорошо убрались со стороны мусорки. Не так много мусора. Улицы Иванова активисты не ограничились. После того, как здесь мусор был собран, они принялись наводить чистоту на улице Комсомольская. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня.